Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Вы знаете, я не пользуюсь телевизором, у нас нет телевидения фактически. И все новости я беру из интернета. И листаю я на днях утром новостную ленту, и вдруг вижу сослепу я. Моя фотография и подпись «Легенды фондового рынка». Я такой, нифига себе. Но присматриваюсь, вроде у меня нет такой красной куртки. И так, продираю глаза. Насим Талеб. Легенды фондового рынка. Ну, что я могу сказать? Визуализация мечты, больше ничего. Но я посмеялся, конечно, поделился со всеми. Ну, действительно, похож я на него или он на меня. Вот. И о чем статья, что важно? Смотрите. Можно ли зарабатывать на обвале рынка? Оказывается, еще как можно. Профессор, писатель и успешный инвестор Насим Талеб доказывал это не раз. Во время финансового кризиса он заработал миллионы. Вот такой человек. Уроженец Ливана Насим Николас Талеб известен как писатель и экономист. Он выпустил 3 бестселлера: «Черный лебедь» под знаком непредсказуемости, «Одураченный случайностью» и «Антихрупкость». Введенное им в книгах понятие «черный лебедь» давно вошло в обиход участников рынков, экономистов и финансовых экспертов. Однако перед этим он в течение 20 лет работал трейдером и специализировался на опционах в таких компаниях, как Credit Suisse и BNP Paribas. Ему удалось заработать миллионы долларов, ставя на труднопрогнозируемые и важные для рынка события. Среди них обвал индекса Dow Jones. Инвесторы с тех пор называют тот день «черным понедельником». Когда черный понедельник был, что это было? Это был полный обвал всех фондовых рынков. Огромное число людей разорились, но только не Насим Талеб. За счет опционной стратегии он разбогател. Человечество не может успешно спрогнозировать свое будущее, пишет Насим Талеб, а значит, традиционный контроль над рисками бесполезен. Тем не менее, неожиданностью черных лебедей не повод опускать руки. Просто нужно быть готовым к таким случайностям. Понимаете? При правильном подходе их можно обернуть в свою пользу. В частности, заработать на фондовом рынке. Еще одним примером стал черный понедельник 19 октября 1987 года. В этот день промышленный индекс Dow Jones упал на 22,6%, что стало самым мощным падением за всю историю индекса. Видимых причин для обвала не было. Это относит его к категории черных лебедей. К слову сказать, Насим Талеб заработал в этот день на торговле акциями, ну, опционами, я так понимаю, около 40 миллионов долларов. Я, конечно, очень хочу повторить его успех. Не знаю, насколько это получится. Сейчас занимаюсь изучением опционов. Сейчас я читаю «Черного лебедя», который написал Насим Талеб. Очень интересная книга, очень
Ну, действительно, лауреат Нобелевской премии, он не просто так лауреат, понимаете? Очень много полезных мыслей и позволяет подумать просто вот о жизни, о фондовом рынке и так далее. Но я считаю, что мне это нужно, мне это помогает, и я надеюсь, что я смогу использовать вот эти знания в своей повседневной деятельности и буду рассказывать об этом вам, друзья мои. Сейчас, кстати, я занимаюсь опционами, изучаю их очень внимательно и планирую уже с начала марта начать курс по опционам. Я думаю, что я смогу рассказать максимально доступно, потому что это очень трудно. Я смогу рассказать максимально доступно о том, что такое опционы, как на них зарабатывать, их поведение. Моя цель донести до вас, чтобы эти, ну, стратегии и вообще все стало для вас ясным и понятным. То есть у меня спрашивают, что купить, что купить. Да, ну как я могу вам сказать, что купить, когда все меняется очень быстро и не покупать надо, а чувствовать. И вот тогда мы с вами сможем заработать. Вот именно эта цель не дать вам рыбу, а дать вам удочку, и вы сможете сами поймать сколь угодно много рыбы. Вот такая цель этих курсов. Предварительная запись уже началась на моем сайте dimitkovyur.com. Ссылочка вон там и вон там. Ну а сейчас все. И до встречи в нашей счастливой жизни. Спасибо за внимание. С вами был Димитков Юрий.